Всем привет, ребят. Ну что, вот и настал тест на максималке. Не какой-то там нуботест, героя, там мега-обзора, а именно максималка. То есть я вам покажу, что он может на максималке, и мы сразу же определимся, стоит его качать или не стоит его качать, что он будет делать в топах, потому что это английский сервер, и здесь реально у нас топовые противники. Я сейчас делаю сборочку с вальсом, в принципе, я не буду делать, я сделаю сборку с пактом, суперсила плюс пакт, для того, чтобы увидеть дамажную сразу сборку, стоит ли его в такой сборке собирать, что он сможет показать, поэтому перекачиваем вальс. Вальс работает у нас, по сути, только тогда, когда герой уклоняется, поэтому мы делаем такую вот сборку, ставим сюда. Давайте, кстати, давайте сделаем 10-ю ремку. Вот. 10, 10, 10, 10. Ну, 14-й скилл я качать не буду, потому что там прибавки, смысла никакого нет. Я еще запишу вам отдельный интересный видосик, потому кому стоит качать в первую очередь 14-й, если кто-то надумает. Потому что у большинства героев прибавка не особо на 14, но есть интересные моменты. Такс, вот такой вот у нас Мишаня. Ставим сюда, кого ради интереса поставить, с уклонением. Давайте попробуем с уклонением такого вот пэта. Единственное, я сейчас еще есть сменки. Точность. Попробую собрать. У нас здесь собран на русском сервере. У нас собран с уклонениями. Вот у нас все такое, знаете, в разброс. Крит, крит, дамаг. В принципе, нам для атакующей сборки без разницы, что будет стоять. Конечно же, уклонение получше. Так, уклонение, точность. Ну, поехали. Попробуем здесь половить тогда что-то интересное, чтобы у нас уже и чарка была повыше. Значит, ловим с вами уклоны и идем тестировать по локациям, будет ли он тащить в такой сборке или нет. Ну, я сразу говорю, если мы попадем на отражалку, от этого героя ничего не останется, потому что, ну, нереально сейчас бегать без ПДшки, той же самой, героем у которого та же самая проблема у Мэри, у которого дофига дамага, у этого героя тоже дамага дофига, будет дамажить у нас. Но самое основное — это его умение, которое работает по кулдауну без потребности в заряжении, то есть он бьет там, по-моему, 6 секунд, и плюс то, что он имеет, когда он включается, ограниченный входящий урон. То есть в этом плюс. Поэтому я вам показывал сборку, интересную сборку героя. Так, это все фигня. Смотрите, просто уклонение, не падают пятые. Что за фигня, GG? Скажете, атакующая сборка, нафига уклон? Ну, без уклонения, если мы здесь поставим атаку, она нас, по сути, не особо спасет. А вот интересно посмотреть его сборку, когда он будет более-менее универсальным. Без уклонения сейчас в топах реально ловить нечего. Даже если на топового героя какого-то не нарулить уклонение, ничего не покажет. Та же самая Фрей и все остальное, поэтому... Поэтому вот так вот мучаемся. Так, где наш уклон?
четвертой. Нам как-то так. Единственное, у нас сейчас не будет отхила, то есть он будет в некоторых локациях бегать соло. Он не в зеленой фракции, соответственно, у него отхила не будет. Это будет проблемка. Ну, я их говорю именно за питомца. Хотя у нас там немножко будет подхиливать сейчас сова. Так, отлично. Отличненько. Осталось еще один уклон вытащить. Давай уже. Так, есть, да? Давайте попробуем с дискаунта. Вот мне интересно. Штук. Самому интересно, никогда не ролил. Так, трейдс 1560, ну дешевле на 400 самов, как-никак дешевле. В принципе, можно любую пятерку ставить. У нас от этого бонус уже никак не поменяется. Четверка уклонения. Оставим для уклона пока потом. И давайте сразу же. Ладно, пусть полку от той четверки. Лучше двойка. Так, точность. 5-4. Ладно, оставим. Итак, смотрим статки нашего героя. Атаки дофига, жизни дофига, уклонение 15к, урона тоже за счет ремки 120, ребят, 120 плюс 240 плюс здесь 50. То есть, по сути, он должен сейчас у нас просто нафиг все разносить. Поехали, начнем с рейдов. Посмотрим, что у нас будет в рейдах. Как он будет держаться. Вот по нему миссают. Ходящий урон у него. Ну, за счет... Это опять же, учитывайте то, что здесь стоит супер пэт. Ну, отхил у нас чисто от супер питомца небольшой. Ух ты, ух ты. Ну, у нас смотр, конечно, здесь есть. Тут, наверное, больше смотр дамага наносит. В принципе, он тоже, смотрите, дамажит. Дамажит и держится. Давайте уберем смотрителя. Так, у нас надо кого-то из зеленых. Чтобы не было смотра. Отлично, смотра нет. Вот такая сборка, видите, вот получает он входящий урон по 19к. Подхила мало, недомогание и все. То есть на битву гильдий я не знаю, есть ли смысл его брать. Конечно, смотря какой у вас топ, но от него толку особо не будет. Тем более у нас атакующая сборка, но я специально ее сделал для PvP локации. Так, смотрим. Смотр пробивает так, как надо. Он, как видите, дамажит у нас юнитов. То есть тоже еще один, скажем так, даже не плюс, а минус, то, что он будет в первую очередь бить по юнитам, только тогда уже будет задевать еще кого-то. Ну, смотрим дальше, юнитов разбирает пока по чуть-чуть. Интересно, когда он начнет уже дамажить героев. Ну вот сейчас ударил, что-то там
ударил. Ну такое, как видите, процент. Ну у него там урон, вот его скиллом, который бьет 6 секунд, не особо большой. Поэтому даже такая сборка на супер атаку, она, как видите, много дамага не дает. Поэтому наш супер мишаня в рейдах себя и на битве гильдии, не знаю, оправдывать особо не будет. Если, допустим, я выпущу здесь Фрэнка. Фрэнка, посмотрите, сколько дамага. То есть это разница. Чувствуется. На 13 скилле он у нас 13. 19 тысяч входящий. Ну, соответственно, лучше все-таки, мне кажется, огненку будет ставить ему. Каждых 6 секунд 100-300 от атаки, 10 юнитов. И станет их. Ну, вот единственное, стан. То есть такой вариант подходит нам больше для забэшки, для лабиринта. Я не знаю, ли он у нас открыт там. Сегодня сейчас глянем. Зайдем туда, потестируем. Посмотрим на него. На максималке, что он может там сделать. Но пока, как видите. Ну, тут, конечно, по нем миссают. Держится. Ну, входящий, вот когда у него скилл реально классно, то, что у героя есть ограничения. Но, по сути, он, видите, что делает. Он бьет юнитов в первую очередь. То есть такое. Поехали его потестируем с вами на волнах. Ну, на волнах, конечно же, ремка нафиг нужна. Ставим сюда. Вот сюда, кстати, можно поставить ему вальс. Думаю, на PvP локации тоже с вальсом потестируем, а не с ремкой. С вальсом у нас будет больше шанс и от хила, и того, что он вернется. А где там? И плюс дополнительно у нас будет дофига дамага, просто дофигища. Давайте начнем с волны АА. Ну, конечно, мы будем сливаться на любой отражалке. То есть это тоже надо учитывать. Посмотрите, как он там проседает. Ну, отхил 21 тысяча. Такое себе. Не ахти. Ну а 3 прошел. Интересно, интересно, что будет дальше. Вот это, конечно, его умение. Нифига себе дамаг прошел. Интересно. Устана боится. Так, опять пошло у нас. Ну, в первую очередь, видите, он юнитов бьет. Только потом героев. Ну все, вот он ушатался благополучно. То есть все наши отражалки, атаки до одного места. Так, относительно этого, думаю, мы поняли, что в атаку не везде он будет хорош. Поехали на подземке. Вот на подземках, кстати, будет интересно посмотреть. Давайте начнем с 6. Стан. То, о чем я тоже говорил, стан. Он очень боится стана. Но героя он выносит довольно-таки неплохо издали. Но, опять же, это максимальная сборка.
То есть, кто себе может позволить такую сборку, вряд ли будет качать этого героя ради этой локации. Поэтому тут, к сожалению... Ну, дамажит. Уйдет в стан. Но он сам боится очень стана. Но героев, посмотрите, растащил. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну а дальше его разобрали просто. Вот так вот. Давайте попробуем другую какую-то подземку. Хотя какая разница, какую подземку. Тут, в принципе, тот же самый вариант будет. Ну, у нас отхила нет. У нас отхил идет только от суперпитомца, поэтому... И атакующая сборка, его здесь будут разбирать на ура. Либо вариант по нему не будет попадать. Устанется он очень прелестно. А как видите, героя не всегда. Ну, сейчас посмотрим, может. Может и затащит, может не все так плохо. Но дамажит он прилично. Такой сборки герои, смотри, дохнут сразу. Стоит на месте, все герои полностью разобрал. Я не помню, кого я еще с такой сборки тестировал, но такой же вариант был. Вот вам этот питомец, что можно им делать. Ну, конечно же, опять же, не везде. Но как вариант, в принципе, тоже возможно. Вот такой вот, ребятушки, Мишаня у нас. Не знаю, ну я думаю, эта подземка уже ни для кого не проблема, даже для бездонатов, поэтому это чисто так повеселиться, пофаниться, но это не показатель этого героя. Так, окей, поехали дальше, поехали на аренду. Так, ставим нашего Мишаню. Поехали. Смотрим. С одной тычки. Для арены, я вам скажу так, он, как по мне, он тоже непригодный. А почему? Ну, он, во-первых, медленный, во-вторых, много дамага вы у него не увидите. Посмотрите, герои, они по нему не попадают, но у них тоже не особо дамажит. То есть этот герой не для арены тоже. На волнах, в принципе, как вариант, ну, такое. Вспомогательный вариант, не топовый. Ну, он не может справиться с ними. Что за фигня? Герой 30-й прорыв против обычных, и он здесь не тащит. Не тащит. То есть он застанил, но дамага у него особо нет. В общем, с ареной, думаю, все понятно. Поехали на ЗБшку. Здесь будет поинтереснее посмотреть. Вот есть землеройка. Он, кстати, не блокируется. Вот тоже его плюс. Один из плюсов, то что его нельзя молчанку наложить. Ну, таких героев он, в принципе, разбирает. Смотрите, что делает. О май гад, он просто нагибатор. Ну, такое.
30-й, сейчас я надеюсь, мы кого-то встретим хорошего. То есть медленный в наборе энергии, то есть он бьет медленно ближнего боя. Это не то. Вот здесь сразу чувствуется разница. То есть он не дамагер, максимальная сборка на атаку, но здесь вроде что-то вынес. Но кого он там вынес без эволюции героя? И то еле-еле. Это при том, что я максимальный ему уклон сделал. То есть такое. Арена была в принципе показателем, что немножко не то. Пока он включится, пока его скилл включится, единственный вариант это ставить ремку. Больше вариантов. Ну, такая сборка, я не знаю, актуальна или не актуальна, но, как видите, от атаки ни холодно, ни жарко, он не сливает, просто раз и все. Зефир есть. Вот это будет интересно. Вот вам ответ, ребят. Нужен ли этот герой? Давайте, кстати, на вторую его сборку нападем. Делаем так. Хоть нормального противника нашел. Да давайте уже сливайте его. Зефир у меня без уклонений, просто вальс и огненка. Вот вам результат. Если был бы он с уклоном, то он бы вообще не убивался. Так, смотрим, тест номер 2. Миссы проходят, Мишаня живет. Мишаня кого-то убил. Может, не все так плохо. Опять слился. Ну, как видите, даже максимальный уклон не помогает. То есть... Ну, не то. Вот, не тот герой. И даже здесь он, по сути... Да, вы скажете соло, но мы сделали его максималки, и он все равно себя никак не показывает. То есть, единственный вариант ставить ремку. Ремка не все время действует. Ну, от стана его 2 секунд, я скажу так, толку никакого не будет. По локациях сейчас мы еще забежим. Некоторые локации, но даже в максимальной сборке этот герой говно. Но нету от него толка. Попробуем дафный вариант. Пишите в комментах, хотите ли вы видеть дафный вариант. Но пока я от него пользы в топе, допустим, для себя не вижу. Возможно, там на низких левелах он, да, будет вспомогательным и крутым, как любой герой. Прокачаете, сделаете с него имбу, и он будет у вас на ваших низких левелах тащить, будете кричать, что это мега имба, это одно. Но в топах, против топовых героев, нету от него никакого толка. Так, тут у нас закончилось, поехали на экспедицию сбегаем. Посмотрим здесь ради интереса. То есть у нас урон, дамаг вроде казалось бы крутой, но выносит здесь что-то здесь дамажит. Тут герои, конечно, такие, что дальше пройдем. В
Нету того, знаете, что вот зашел мега-супергерой, вот станется он. Ну, не попадают по нему. Это за счет питомца. Сейчас мы питомца с вами уберем. Интересно. Ставим там, не знаю кого. Давайте еще панчбокса сюда влепим. И с панчбоксом тут панчбокс будет сейчас выносить нафиг всех. Может, нам надо было с панчбоксом его тестировать. Дамажит, но это не дамаг по героям без эволюции. Честно скажу, это такое. Так, тут Фрейя тоже ни хрена не сделает. Надеюсь, мы сейчас найдем кого-то интересного противника. С какими-то огниками. Не, ребят, это имба. Это имба. Смотрите, что он делает, что он творит. Просто милый герой. Ну, нету у него того, знаете, вот что зашел и просто тупо начинает нагибать там, либо какая-то польза. Такое. Это не дамаг. Да, у него там через 6 секунд опять удар урон. В такой сборке на дамаг, блин, Бугимен тут просто нафиг всех пачками ложил. А, все, он слился. Ну, красавчик. На отражалке. То есть, такое. Давайте еще в рейды забежим. Мне интересно еще посмотреть в рейдах, чем сможет. Единственное, вот все, летели. То есть нету уклонения максимального, нету питомца, и уже видно, что герой полная кака. Станется, и все, и до свидания. Хотя другие герои более-менее тащат. То есть сейчас тащат ребята супер пэты. Смотрите, 400 прилетело, половина хп уже улетела нафиг. Вроде миссы проходят, но вальс не всегда хилит из-за недомогания. Такое, в общем. Я вам показал на максимальной сборке на атаку. Возможно, попробую дефный вариант, но... От этого ничего не поменяется, я думаю. Если атакующий вариант ни хрена сделать не может, то дефный тем более. Стан и все. Да, он там держится. Он держится за счет уклонов и вальса. Если убрать вальс, у него не будет отхила. Такое. В общем, такое вот. Кака такая. Не знаю, пишите, что вы думаете по поводу героя. Ну, я вам показал на максималке, что он того не стоит. Ну вот и все. Вот такая вот, ребятушки, сборка. Пишите в комментах, что вы думаете. Кто собрал, кто не собрал, кто качал, не качал. Всем удачи, всем пока.